Добрый день! Юг Израиля, а если точнее, 60% территории страны – это владение пустыни Негев. У большинства людей пустыня вызывает лишь одну ассоциацию – бескрайние пески, уходящие за линию горизонта. Приглашаю вас присоединиться к нашему автомобильному путешествию в Эйлат по израильским пустыням Негев и Арава. И ваши представления о пустыне будут развенчаны, так как природа щедро расписала Негев скалистыми неприступными горами, накидала то там, то здесь лунных кратеров, изрезала ее глубокими каньонами, создав непревзойденный пустынный ландшафт. Поехали! Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, и тогда вы будете в курсе всех наших новых путешествий. Пока-пока, до новых встреч!